Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy M52 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему на клавиатуре данного устройства. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки, в настройках листаем вниз до пункта «Общие настройки». Дальше выбираем настройки клавиатуры Samsung и ищем здесь пункт «Тема». Для того, чтобы выбрать другую тему, обязательно нужно выключить режим затемнения. Для этого мы заходим в дисплей и делаем светлую тему. И заходим туда же, и теперь мы можем поменять нашу тему. Давайте я вам покажу, как это делается. Здесь может быть светлая или темная тема. Очень скудно на самом деле, потому что это неудобно. Для того, чтобы поставить какую-то свою, например, фотографию из телефона и так дальше, функции здесь нет. Поэтому я вам советую, что сделать. Зайти в Play Market и скачать клавиатуру от Google, то есть клавиатура, которая стоит на всех устройствах Android, кроме Samsung, почему-то, потому что Samsung решили поставить здесь свою клавиатуру. Лучше всего вписать просто Gboard. Установить по-быстренькому клавиатуру. Она занимает очень мало места на диске, так что я не думаю, что это будет какая-то для вас проблема. После того, как у нас скачался Gboard, мы его открываем. Давайте дождемся установки. Это тоже не должно занимать много времени. После этого нам нужно сделать Gboard клавиатурой по умолчанию. Нажимаем «Включить в настройках». Заходим, клавиатура по умолчанию. Ага, нам нужно сначала зайти в Gboard, поставить ОК. Теперь нажимаем «Выбрать способ ввода» и нажимаем Gboard. Готово. Что же теперь? Теперь, открыв клавиатуру, у нас в клавиатуре появляется вот здесь вот шестеренка, или зажав запятую, у нас есть возможность включить шестеренку. Здесь есть тема. И здесь, во-первых, огромнейшее количество разных тем, разные цвета, разные пейзажи и так дальше. Плюс, нажав на плюсик, мы можем поставить любую фотографию из нашей галереи на фон клавиатуры. На этом моменте мы будем заканчивать. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего хорошего. До свидания.